В октябре 1964 года Булат Акуджава приехал в Куйбышев в составе бригады от бюро пропаганды. Здесь его и застало событие, которое поставило точку эпохи, получившей название эпохи оттепели. В октябре 1964 года ЦК КПСС сместил Никиту Хрущева с поста председателя Совета министров и генерального секретаря ЦК КПСС. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».